Спартакиада «Юный олимпиец» среди воспитанников детских садов проходит в нашем районе уже более 10 лет. Ребята из старших и подготовительных групп показывают ловкость, умение и активность в разных спортивных состязаниях. На старт! Внимание! Марш! Быстро! Казалось бы, лето – это пора отпусков и разъездов. Многие родители стараются увести своих чад за город или поближе к морю. Поэтому для нашей съемочной группы стало неожиданностью увидеть такое большое количество участников на детских соревнованиях. Активный образ жизни идет на пользу в любом возрасте. Если лет 8 тому назад детские сады наполовину были у нас заполнены в летний промежуток времени, то сейчас родители не торопятся. Как правило, они уезжают либо в зимние каникулы, либо наоборот осенью, а летний промежуток времени детки у нас оздоравливаются именно на территории своих детских садов, что отрадно. Сначала ребята размялись на взрослом стадионе. Они метали мячи, бегали и прыгали в длину, зарабатывая баллы для своей команды, участвуя в индивидуальных соревнованиях. Затем дети дружно перешли на закрытую детскую площадку, где начались состязания в групповых эстафетах. Им предшествовала танцевальная веселая разминка под названием «Холодильник-вентилятор». Холодильник с котлетками. Вкусно. Вкусно. Цель спартакиады – воспитать у детей любовь к физкультуре и спорту, а также здоровому образу жизни. Ведь хорошие привычки закладываются с самого раннего возраста. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».